продажи 3 абсолютно одинаковых станка Камач, ориентировочно 2014 года выпуска, рабочее поле 1600, все станки в отличном рабочем состоянии, обслужены, подключены. Стоят с небом окупана, автоматическая подача воздуха. Ну вот как-то так, прервем операцию. По поводу точности, качества. По поводу повторяемости сейчас покажу. Стопка деталей, какой процесс мы запускали. По поводу остальных станков. Да. Все то же самое. И третий. Так. А третий уже отключили. На третьем пару дней назад кончилась труба. Поэтому он сейчас отключен, ждет, пока приедет труба. Но по сути точно такой же. Запитывались все трое от такого компрессора. В комплекте не идет. Была общая система вентиляции, которая уходила. Ну и, соответственно, вытяжка тоже в комплекте не идет. При желании могу отдать что-то вот такое на один станок, более чем достаточно. Охладители стоят на двух вот такого типа. Фреоновый охладитель 5000-ный с стабилизатором энергии. На одном стоит комбинация 3000-го охладителя и пивного охладителя. Сделано грамотно, работает уже лет 5-6, только у меня нареканий нет. Соответственно, она дешевле.